Всем огромный привет! Хофф, город Екатеринбург. Я тут нахожусь в Ермоле, торговый центр. Зашла в Хофф, тут так пусто. И, если честно, я потеряла свою семью. Куда она у меня убежала, я не знаю, даже не слышу детей. Иду, пока иду их ищу, предлагаю посмотреть, что интересного есть. Мой взор остановился на вот таком замечательном пледе. 1600 рублей, цвет молочный, 150 на 200, 100% полиэстер и жаккард. Он чрезвычайно мягкий, так и просит, чтобы его купили. Цвет очень красивый, нежный, материал мягкий. Рядышком плед Ланада от Микас, тоже полиэстер 100%. Цвет бежевый, но размер уже 200 на 220. И да, это акция. В Хоффе очень много акций бывает, можно ловить интересные вещички. Коричневый цвет, тоже очень мягкий. Также акция 1300. 200 на 220, то есть размер большой. Видите, все усеяно акции, акции, акции. Если вы отслеживаете какой-то товар, допустим, хотите приобрести тот же плед, смотрите, там магазины сейчас какие. Вот у нас Хофф, да, можно в Леруа присмотреть. Многие сетевые, даже там Пятерочка может плед тоже продавать. И можно понять, реально это распродажа или нереально. Но, так как я сейчас пледами не интересуюсь, я не сориентирую. Но мне кажется, цена интересная, особенно на первые две модельки. Так, подушки декоративные по 1200. А вот то, что сейчас на них смотрю, как раз они самые интересные. По бокам однотонные, ну так. Ну, не знаю, ну не за 1200. А вот эти вот очень даже интересные. Такая поверхность ребристая вообще. И цвет очень яркий, насыщенный. 25% скидка. Ой, синий, какой красивый. Это тоже плед. Вообще-то большой за 1200. 200 на 220. А за 900 рублей можно приобрести 140 на 200. Это тоже синий цвет, 100% полиэстер. Не знаю, может сегодня пробежаться по лучшей цене или по распродаже, даже не знаю. Лучшая цена — ковер-шкура, 959 рублей 50 на 70. Это 70 акрила, 30 полиэстера. Есть цвет белый, есть цвет бежевый. Но вот белый по лучшей цене 959, а бежевый 999. Мне этого мужика все равно не удастся переговорить, поэтому придется слушать нас вместе. Коврик предверный Флот Экспо 59 рублей 40 на 60. Так, этот цвет, ну, в ассортименте, то есть черный, коричневый, серый. Не очень тонкий и нету прорезиненной части, вообще каких-либо вставок, он будет кататься только в путь. Не знаю, мне кажется, такие коврики — это мнимая экономия, их надо менять гораздо чаще. Грязь они впитывают, ну, не так, как хотелось бы. Детский вариант коврика 1200, просто так и называется коврик. Как раз таки здесь есть вставки, вот эти вот мелкие кругляшки, это прорезиненная часть, которая позволяет коврику задержаться на месте и по всей комнате не раскатываться. Зайдем в такое интересное дело, тут всего понемногу, и полотенца, и коврики, и ванны принадлежности. Даже вот такая соль шипучая, 120 рублей, Juicy Fruit. Juicy Fruit, вернее, соль шипучая, по мне так интереснее всего приобретать либо уж совсем дорогущую, чтобы там были всякие масла и так далее, ну, какие-нибудь полезности, да, либо вообще в Ашане, чтобы просто цвет был. Главное, чтобы аллергии не вызывала. Крымская соль 139 рублей с ароматом ванили. Что по соли, если также нет каких-то там заявок с претензиями, чтобы она лечила, можно в фикс-прайсе взять. Дорого и много. Ой, дешево и много. 199 рублей мыльница. Ну, в общем, мыльница здесь, вот эта часть, я поняла, пластик. 300 рублей, 200 рублей. Вверху также 300-600 уже, потому что идет уже... Нет, тоже пластик. Что тогда 600 рублей? Но пластик потолще, потяжелее. Соскочила я опять, да, от соли к пластику прибежала. Цвет. Такой вот он. Яркого тут ничего нет. Ну, если интересно будет, можно там вот яркое что-нибудь найти. Ёршики тоже по распродаже. Вон, смотрите, мятный, вообще по 500 рублей. Полотенце. Желтый, розовый, белый по 69 рублей. Синий, коричневый. Это небольшие. Это хлопок 100%. Так, тут можно характеристики, наверное, посмотреть. Республика Узбекистан. 100% хлопок. 30 на 30 плюс-минус 2 сантиметра. Тонкие полотенца.
Такие, знаете, удобные не только для детей, но мне очень нравятся такие даже на кухне иметь рядышком. Вообще, наравне с обычными кухонными. Ну, а цвета вот они все. Даже вон яркий зеленый есть, тоже красивый цвет. 29 рублей. Лучшая цена. Слушайте, надо брать хлопок. Да, он тонкий. Но именно такого размера толще и не надо. Так, это кто у нас? Изготовитель. Бангладеш. 100% хлопок. Свет светло-желтый. Ну, слушайте, 20 рублей. Даже придираться не надо. Чуть побольше уже идет. 49 размер, 30 на 50. И все-все это желтое. 129, 50 на 90. И внизу 229. Если говорим про желтое, тоже хлопок. Размер 70 на 140. Слушайте, какая тишина в Хоффе. Никого. Вообще тишина. И также плюс. Плюс данному магазину, в отличие от Радуга Парка, где у нас еще Хофф. Здесь продавцы на каждый метр не выскакивают на тебя. Можешь спокойно походить, сам все пощупать и посмотреть. Так, халаты, махровые халаты. 1200, 1300, 1600. Вот они. О, 1200 это плюшевый, такой плюшевый, мягкий, 100% полиэстер, цвет кремовый. А махра идет махровый, 100% хлопок, 1600. Вот они, 1600. Поприятнее, это какой-то грубый такой. Серенький поприятнее будет. Дерби халат. Цвет серый. 38% скидка. 3000 идет тоже ванильный халат. Смотрите, уже с узором. Тоже цвет ванильный. Здесь же в этом отделе можно приобрести органайзеры. С ее ставкой из бамбука. Цена 900 рублей. Есть за 349, ну, он без бамбука, поэтому такая цена. Сюда можно поместить салфетки, какие-то те же щетки. И 900 рублей в таком исполнении, как раз посерединке для мелкого чего-то. То есть разных три варианта. По вашему желанию можно подобрать. Таблетница, что ли? Да, таблетница 99 рублей, зеленый с белым. Есть еще розовый, но уже немножко другая форма. И 129 рублей в виде дольки лайма. Зеркала для ванны. Зеркало косметическое 598. 778. 1300. Бамбуковая подставка. Снова, видите? 999. Где-то должен появиться свет. Будет розетка, будет свет. 999, вот, кстати, классно, ничего лишнего, никаких рамок тебе. Что-то мне кажется, он сейчас свалится. Что-то идти от него подальше. Не классный, слушайте, на соплях держится. 1000 рублей, зато форма классная. Ой, через 15 минут надо бежать, поэтому заканчиваю. Надо сюда пораньше приехать, очень мне понравилась сама атмосфера здесь. Товара также много, в принципе, как и в другом Хоффе. Но покомфортнее походить, посмотреть. Это я еще не добралась до крупной мебели, до тех же диванов. Шестьсот рублей шторки. Такая 2000. Тоже, да, взяли жаккардовые постельные. Блестящую шторку. И красота. 300 рублей. Лучшая цена. Пожалуйста. 12 колец в комплекте. 180 на 180. Это пэва. Серый-белый. Заходим. Вернее, уже выходим. Как раз сейчас пройдемся через другие. Здесь же картинки. Картинки и зеркала. Диффузоры, свечи. Бытовая химия. Пожалуй, вот на акции по синергетику, которую знают все, я и остановлюсь. Жидкое мыло фруктовое 129. И жидкое мыло для рук и тела тоже 129. На то и то скидка 53%. Тут объем 500 мл.
Ну все, благодарю вас за просмотр. Желаю отличного настроения. Наконец-то на Урал пришло лето, тепло, поэтому веселее стало жить. Ну все, до новых встреч и пока-пока.